За 8 месяцев текущего года в Тверской области родились 5715 человек, а умерли 13 018. Естественно, убыль населения таким образом составила 7303 человека. Такие данные приводит Тверьстат. Данный процесс замедлился, правда, по сравнению с 2022 годом, когда такие показатели составили 9036 человек. Это произошло за счет сокращения смертности, которая в прошлом году с января по август составила почти 15 тысяч. При этом в 2023 году выросла детская смертность. До года не дожили 36 младенцев, в 2022 таких было 28. Так что в сфере здравоохранения еще есть над чем работать.